Легенды не умирают, они живут вечно в сердцах тех, кто хранит о них память. И легенда о путнике бездны, победившем тьму, одна из них. Некогда у повелителя света в подчинении стояло четверо рыцарей, лучших в своем роде, сильнейших в мире. Четверо легендарных героев, деяния которых были у каждого на устах. Арнштейн Драконоборец, сэр Арториа Спутник Бездны, Сиаран Клинок Повелителя и Гвох Соколиный Глаз. Вместе они были страшной силой, способной потягаться с любой напастью, даже с такой смертоносной, как Пресносущие Драконы. До тех пор, пока они стояли на защите королевства, Гвину не о чем было беспокоиться. Постепенно в Лордран пришел мир, и большинство проблем себя исчерпали. Однако мир этот длился недолго, и беда пришла, откуда не ждал никто. Еще на заре Эры Огня в первородном пламени трое будущих повелителей нашли великие души – света, огня и смерти. Мощь этих душ позволила им стать богами, свергнуть драконов и построить новый мир. Но была и четвертая душа – темная душа. Ее в пламени нашел маленький жалкий пигмей по имени Манус. Но в отличие от других повелителей, он не стал присваивать себе ее силу и громогласно являться в мир. Вместо этого он сохранил находку в тайне, разделив темную душу между всеми своими соплеменниками. Отныне в каждом из них некогда жалких и бессмысленных созданиях сидел осколок темной души, который давал им возможность чувствовать, понимать, любить, ненавидеть, жить и умирать. Манус стал первым человеком в истории, основав людской род. Долгие годы человечество во главе с повелителями пигмеев развивалось обособленно ото всех, прежде чем лорды обнаружили их существование. Трудно сказать, что они почувствовали в тот момент. Испугались ли? В конце концов, темная душа имела совершенно иную природу, недоступную их пониманию. Это произошло еще в разгар войны с драконами. Лорд Гвин заключил союз с пигмеями, официально короновав их. С тех пор люди разошлись по миру, основав свои княжества и королевства. Неотъемлемой частью человеческой природы стала смерть. Став людьми, некогда бессмертные создания получили этот дар. И однажды пришло время умереть и первому человеку. Манус был похоронен глубоко под Улачилем, великим городом людей, оплотом магии света. Его темная душа осталась при нем, упокоенная в его мертвом теле. С тех пор миновало много лет и прошло немало событий. В один момент человечность начала покидать людей, превращая их в то, чем они были когда-то. Пустых, бессмысленных существ, без желаний и стремлений, без чувств и без возможности обрести покой в посмертии. Охваченный страхом мир решил, что это явление самое опасное, с чем они когда-либо сталкивались. Они не понимали, что оно лишь следствие, а не причина. Пламя гаснет, а вместе с ним угасает и мир. Великие души слабеют, а темные души покидают своих носителей в преддверии наступления новой эры. Эра тьмы. Эра людей, где перерожденный человек будет править перерожденным миром, лишенным богов. На самом деле, никто точно не мог сказать, что из себя будет представлять эра тьмы. Нетрудно догадаться, что подобная неизвестность, как и стремительная потеря сил, испугала богов. Они решили отсрочить приход тьмы, но в итоге их деяния лишь усугубили положение. Действие всегда рождает противодействие. Боги старались не допустить заката Эры Огня. В ответ на это, темный охотник Аас, один из изначальных змеев, напротив, решил ускорить ее угасание. Жители Улачилия, как и их правители, были мудрыми людьми, однако Каас нашел их слабость – страх перед опустошением. Видимо, рассказав о проклятии, он не только пообещал иммунитет к опустошению, но и могущество первого человека. С помощью него они надеялись открыть тайную магию, позволяющую управлять тьмой. По его словам, все, что им необходимо было сделать, это вскрыть гробницу Мануса и поглотить его темную душу, которая все еще покоится вместе с ним. Так они и поступили. Пойдя на поводу изначального змея, они осквернили покой первого человека. Само собой, все пошло совсем не так, как обещал Каас. Believe it or not, Ulysseal has brought the abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? Манус при жизни не был злым, он хранил в себе опасное могущество, но прежде всего он был человеком, добрым и милосердным, не рвущимся к власти над миром и разрушением, в отличие от других богов. Но этот человек, эта личность, давно умерла, но не умерла темная душа, что он в себе хранил. Когда могила была вскрыта, она выбралась наружу, взяв верх над Манусом и превратив его в опасное существо, и город поглотила бездна. An abyss was begat of the ancient beast. And threatens to swallow the whole of Ulysseal. Indeed, the abyss may be unstoppable. Как когда-то не существовало хаоса и демонов, так когда-то не существовало и бездны, и ее порождений. Именно Манус воплотил ее. С тех пор она всегда преследовала мир, то появляясь, то исчезая. Когда пламя слабеет, бездна крепнет. За считанные дни великий некогда город Улачиль опустел. Многие жители, не успевшие сбежать, подверглись страшным изменениям под влиянием ожившей тьмы. Остальные же просто погибли. Но потом, в один момент, бездна просто прекратила распространяться.
Ходили упорные слухи о победе над тьмой. Видимо, поэтому Гвин не обратил внимания на этот инцидент, сочтя его решенным. Это было на руку Каасу. Его не интересовали чужие жизни, лишь приближение эры тьмы. На достигнутом он не остановился. История о Лачиле повторилась в другом великом людском городе, Новом Лондо. Им правили четверо прославленных людских королей, известных своей мудростью и дальновидностью. Увы, ни то, ни другое не уберегло их от той же ошибки, что погубила Олачиль. Ah, if you wish, I shall grant the art of life drain, the legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead and cast off the shackles placed upon your brethren. Совращенные Каасом под предлогом использования особой техники поглощения темной души, короли быстро пали во тьму. Улицы наводнили темные духи, город погрузился в бездну. Все повторилось, но в этот раз игнорировать подобное было невозможно. Лорд Гвин приказал одному из своих лучших воинов, сэру Арториосу, разобраться с этой проблемой. Арториос, уже тогда прославленный рыцарь, вместе со своим другом, Белым Волком Сифом, вошел в Новый Лондо и дал бой порождением тьмы. Четверо королей давно превратились в ее воплощение и обитали в самой бездне, под собором города. Бездна не является пространством, это безграничная пустота, с которой никто не сможет соприкоснуться. Однако сэр Арториос смог, он стал первым, кто сумел идти по бездне. История умалчивает, как ему это удалось, однако ходят упорные слухи, что он заключил соглашение с тварями из бездны. Неизвестно, в чем оно заключалось. Если Арториос был настолько силен, что в одиночку победил тьму Нового Лондо, то, возможно, темные твари согласились содействовать ему, если он оставит их в покое. Символом этого соглашения стало кольцо, благодаря которому Арториос и смог ходить по бездне, не опасаясь, что та его поглотит. Так он победил четырех королей и остановил распространение тьмы в Новом Лондо. Однако все было тщетно. Бездна ослабла, но не ушла. Четыре короля возродились. Понимая, что источник этого зла находится не в Новом Лондо, Арториос созвал трех могучих волшебников, создав из них Орден Хранителей Печати. Их руками проходы в Новый Лондо были запечатаны, а сам город затоплен. Оказавшись под огромной толщей воды, бездна не пропала, но уже и не могла распространяться. Сам же Арториос отправился туда, откуда пошла, по его мнению, бездна – Волочиль. Вероятно, до него дошли слухи, что пару столетий назад подобное здесь уже случалось. И придя в город, он оказался там в момент, когда бездна лишь начала распространяться, и некоторые жители были еще живы. Одной из них была принцесса Олачиля. Неизвестно, для каких нужд она понадобилась лично Манусу, но он пленил ее в самой бездне. Сэр Арториос и Волк Сиф вновь дали бой порождением бездны. Их сила и доблесть были несомненны, и все же бездна здесь была сильна. В момент, когда она окружила их, Арториос отдал свой щит другу, чтобы оградить его от влияния тьмы, оставшись с ней один на один. Израненный и истерзанный, сэр Арториос в одиночку вступил в бой. Бой, который стал для него последним. Сиф! Да его! All of you, forgive me, for I have failed you nothing. Великий рыцарь был поглощен бездной. Когда ему на подмогу прибыли Сиаран и Гох, было уже слишком поздно. Алачиль пал, и Арториос стал марионеткой Мануса. Однако именно в этот момент в город прибыл герой, не побоявшийся бросить вызов тьме. Обычный человек, несущий на себе печать проклятия нежити. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed. Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? К этому моменту Олачиль был почти полностью разрушен и медленно погружался в воду. Все прилегавшие к нему окрестности также подверглись влиянию бездны, поразив даже самых могучих созданий. Некогда почти все драконы были уничтожены в войне, развязанной богами, но остались те, кто пережили эту войну. Одним из таких созданий стал дракон Каламит. Будучи рожденным, он не имел всех свойств пресносущего дракона. Он не был бессмертен, и его внешний вид отличался от вида его прародителей. Однако Каламит считался одним из самых могущественных драконов в мире. Настолько могущественным, что даже великий Анор Лондо боялся гневать его. The black dragon posing the duress is called Каламит. Ferocious dragon indeed, even mighty Anor Londo dared not provoke his ire. Но несмотря на все могущество, Каламит, чье укрытие, вероятно, находилось в окрестностях Алачиля, также подвергся влиянию бездны, став черным драконом. Даже настолько могучее существо поддалось тьме, что уж говорить о сэре Арториосе и остальных жителях. Однако, невзирая на влияние бездны, нежить дала бой ее порождениям. Так на ее пути встал поглощенный тьмой сэр Арториос.
израненные, со сломанной рукой и в искрошившихся доспехах, несущих на себе след тьмы. Whatever thou art, stay away. Soon I will be consumed by them, by the dark. Thou art strong, human. Surely thine kind are more than pure dark. I beg of the spread of the abyss. It must be stopped. Единственная возможность спасти его от такой участи – это убить, что в итоге и произошло. Его тело растворилось в бездне, а душа, наконец, обрела покой. Так закончилась история легендарного рыцаря, путника бездны. И все же Арториас и Каламит были лишь пешками. Спустившись к могиле первого человека, нежить дала бой Манусу. Могущество странника было настолько велико, что ему удалось одержать победу, уничтожив отца бездны и вместе с этим остановив ее распространение. Заключенная в пустоте принцесса была спасена. Спасена неизвестным героем. Избранной нежитью, до рождения которой были еще сотни лет. Что такое время? Время – это свет, даваемый первородным пламенем. Когда пламя начинает слабеть, время теряет прежнюю форму, и в такие моменты парадоксы становятся обыденностью. Что же тогда такое бездна? Это безграничная тьма, прямая и полная противоположность времени. Бездна существует всегда и никогда одновременно. Для отца бездны нет такого понятия, как время, однако он вынужден с ним считаться. Вероятно, он знал о приходе того, кто сможет его победить. Но как и любое другое существо, он стремился выжить. Именно для этого ему и понадобилась принцесса Алачили. Неизвестно как, но он использовал ее, чтобы увековечить свой род. Когда Манус был побежден, его темная душа раскололась на множество осколков. Отец бездны перестал существовать, но не сама бездна. С этих пор ее осколки являлись мир на протяжении всего его существования. Из цикла в цикл они старались дотянуться до великого пламени, желая вернуть бездне былую форму. И каждый такой осколок имел женское обличие. Обличие, так похожее на древнюю принцессу по имени Заря. По иронии, это имя полностью оправдало себя. Принцесса стала не только закатом Алачили, но и той, благодаря кому бездна всегда будет стремиться к первородному пламени. Будучи поборником уникальной магии света, берущей свое начало не из безумия бледного дракона, а из самой жизни, она в то же время стала той, благодаря кому не в последнюю очередь знания о черной магии, черпающей силу из самой бездны, уцелели, пройдя сквозь века. Hexes originated here in ancient times. They were once a form of sorcery, but the practice was lost, then later rediscovered. Those devoted to Hexes are of a lonely lot, but nevertheless they give their life to their art. Such is the fate of we practitioners of dark. С тех пор каждый черный маг, используя заклинание порчи, взывал к бездне, делая ее сильнее. Однако этому еще только предстоит свершиться. Сейчас же принцесса Заря была освобождена из плена, готова вернуться в Алачиль. Однако возвращаться было уже некуда, город был полностью разрушен. Впрочем, это было лишь одной из немногих ее проблем. Так как бездна находится вне времени, то и выйти из нее можно теоретически в любой исторический момент цикла. Однажды, столетия спустя, Нагой Сит, искавший путь бессмертию, прослышал о появлении на руинах старого Алачили человека, многие годы считавшегося мертвым, самой принцессы Зари. Разумеется, подобное его очень заинтересовало. Он уже обладал артефактом из древнего города, сломанной подвеской из Алачили, наполненной неведомой ему магией. Он отправил своих слуг на поиски Зари. Вероятно, именно появление принцессы в окрестностях озера Темных Корней стало причиной пребывания в этих местах лунной бабочки и множества кристальных големов. В итоге принцесса была пленена одним из них. По иронии, именно в этот момент избранная нежить, шедшая по пути пророчества о вожжении пламени, сумела ее освободить. So, it is thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. Вероятно, за всем этим наблюдал из бездны сам Манус. Во всяком случае, он не мог этого не знать. Он узнал в избранном того, кому предстояло бросить ему вызов, и затянул того сквозь время в Алачиль. Гаснущее пламя делает возможным и не такое. В конце концов, избранная нежить не единственный, кто попал сюда сквозь время. Чудесный Честер явно одет не по своей эпохе и использует приспособления, распространенные в Кариме. Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land, but at least now there are two of us. Did you happen across Knight Artorias?
the legendary Abyss Walker from the old tales. He's a colorless sort, if you ask me. I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Он не отрицает, что явился сюда так же, как и избранный. Вряд ли это было случайностью. По его речам видно, что он не питает никакого уважения к Арториосу. И, быть может, именно он стал тем, кто украл его кольцо. That ring, it was purloined by a man in a long coat. I know not how you came upon it, but its owner met his death here. Без этого кольца Арториос был поглощен бездной. Возможно, именно для этого Манос затащил Честера в этот временной период. Он выстроил цепь событий, которая должна была привести к исполнению его плана. Long ago, in my homeland of Ulysseal, I was beset by a creature from the Abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorius. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled. But even still, there was something about Artorius, a certain balance of the humors, that quite perfectly fits your semblance. Heavens, could it be that? Oh, dear me, that was Ulysseal many centuries ago. Please excuse my fanciful musings. Именно избранная нежить стала тем, кто уничтожила черного дракона Каламита, упокоила Арториаса, убедила бездну и освободила Зарио Лачиля. Однако в легендах это не отразилось. Люди запомнили лишь историю о храбром рыцаре Арториасе и его друге, белом волке Сифе, сразивших тьму и остановивших бездну. Никто так никогда и не узнал правду. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Впрочем, возможно, некоторым истинам лучше оставаться сокрытыми от чужих глаз. Тело сэра Арториаса было поглощено бездной и не могло быть похоронено. Однако, чтобы не бросить тень на легенду и не дать распространиться слухам о том, что великий рыцарь был порабощен бездной, Сиаран, чьи отношения с Арториасом всегда были очень близкими, возвела надгробие в саду темных корней, которые некогда прилегали к бывшему Алачилю. I am here to pay respects to a dear friend. He was a dear companion. And I wish to return the ring to his grave. Please, allow me a moment alone. Там же было спрятано его кольцо, позволяющее ходить по бездне. Оно осталось под охраной великого волка Сифа, старого друга рыцаря, которого тот сумел защитить от тьмы. В благодарность и память об этой дружбе Сиф будет вечно присматривать за могилой Арториаса. Также лес вокруг могилы поклялся охранять ковенант лесных охотников во главе с кошкой Альвиной. Когда-то она присутствовала при событиях в Алачиле и видела, что произошло. Спустя века она научилась говорить и в память о случившемся создала объединение из множества героев, тех, кто преклонился перед могилой благородного рыцаря. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. События неумолимо идут своей чередой. По иронии, именно тот, кто спас Арториуса, явился в итоге к его могиле за кольцом, которое позволило бы ему победить четырех королей. Сив знал, что множество глупцов и мародеров будут покушаться на это сокровище его старого друга. Но трудно сказать, знал ли он, что среди них будет и тот, кто даровал Арториусу избавление от бездны. И невозможно представить, что чувствовал он в тот момент, когда узнал избранного. Тот явился за кольцом, благодаря которому не в последнюю очередь его лучший друг был поглощен тьмой. Сиф никогда больше такого не допустит. Кто бы перед ним ни оказался, он не отдаст кольцо без боя. Он будет защищать старого знакомого от бездны, даже если ценой этому станет его жизнь. Пройдут годы, сменятся эпохи, пламя не единожды угаснет и вновь обретет силу. Но память о храбром рыцаре, первом хранителе бездны и его друге-волке пронесется сквозь время, вдохновляя новых и новых последователей на бесконечную борьбу с тьмой.
Ковенант лесных охотников стал первым рубежом защиты сада темных корней от посягательств мародеров, желавших разграбить и осквернить могилу сэра Арториаса. Множество людей, чьих ушей достигла история о храбром рыцаре, путники бездны, решили присоединиться к лесным охотникам, защищая легендарную могилу даже за пределами собственных миров. Каждый, кто был достаточно силен и храбр, мог присоединиться к ним. Единственным критерием для охотников была верность их первоначальной идее, однако были и те, чьи мотивы были скрыты от Альвины. Perchance hast thou met Shiva? A lad cometh from the far east, strong of arm, now a clan leader of ours. And yet, still I feel that boy hides something, of that I am certain. Small fear that he will use us badly. Yet on guard we must stay, and that man that clingeth to Shiva like some shadow, ensure thou dost treat him with the same caution. Восток всегда имел очень странную славу. Это далекие и загадочные земли, объединившие в себе множество государств и крепостей, названия которых уже никто и не вспомнит. Люди, приходившие оттуда, были очень скрытны и обладали такими диковинными техниками и артефактами, что аналогов им было не сыскать во всем мире. Многие относились к таким странникам с недоверием. Их мотивы всегда были сокрыты от остальных. Именно таким был Шива, пришедший с Востока в Лордран вместе со своим телохранителем, всегда следующим за ним по пятам в тени. Он сразу же присоединился к лесным охотникам и быстро завоевал их доверие, став капитаном бригады. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. Однако предводительница Ковенанта Альвина заподозрила его в сокрытии некоторых секретов от собратьев. Она догадалась, что Шива преследует совсем иные цели, нежели защита могилы. Будучи выходцем с Востока, этот человек был одет в диковинный доспех и имел при себе немало любопытных артефактов, которыми успешно торговал с другими охотниками. По всему было видно, что коллекционирование различных артефактов стало для него неким хобби, если не одержимостью. И, возможно, в Лордран он прибыл именно за тем, чтобы отыскать очередную реликвию. Именно так и оказалось. Шива не мог считать свою коллекцию полной. Strange to meet away from the clan and the forest. I love collecting these things, but I can only keep so many. Have you heard of Chaos Blade? The legendary sword of the ancient undead master Makoto. Its blade a swirling vortex. Уже долгие годы он грезил великим артефактом, клинком хаоса, пропитанным демонической скверной. Когда-то им владел мастер меча по имени Макото, живший, очевидно, также где-то на востоке. Этот клинок имеет явно восточное происхождение. Видимо, со временем он попал в Лордран, где и был поражен хаотической скверной. Однако неизвестно, знал ли об этом Шива. Клинок хаоса стал для него одержимостью, постепенно доводящей его до безумия. И однажды этот клинок оказался в руках одного из его собратьев-охотников. I heard it's somewhere around here, but I can't find it. It's all I could ever wish for. I'll do anything to have it. Why, look at you. Just wait, will you? Your sword. Is it not the Chaos Blade? I've been searching for her for ages. I beg of you, and I promise repay you. Will you give the sword to me? Yes. Quite all right. I cannot blame you. The blade is yours. After all, so I will do the honorable thing and kill you for it. Обуреваемый безумной радостью, Шива предал Ковенант, напав на соплеменника и убив его, присвоив артефакт себе. Однако для нежити смерть это не конец. После своего предательства Шива сбежал с клинком хаоса туда, где, по его мнению, он был надежно сокрыт ото всех, в нарисованный мир Ариамиса. Однако преданный им охотник при помощи черного ока отыскал Шиву и бросил ему вызов на заснеженной площади. Simply wonderful. But the sword's true value can't be known without a good killing. Your ambitions have sealed your fate. But who'd have thought I'd be the traitor? Sometimes you never know, do you? Red, the color
of blood. Клинок хаоса – мощный артефакт, буквально разъедающий плоть врагов, но в то же время вытягивающий жизненную энергию из хозяина. Шива был мастером боевых искусств, но его силы было недостаточно, чтобы совладать с этим порочным клинком. В припадках безумного смеха он окончил свое существование здесь, посреди холодного мира, став жертвой собственной одержимости. Таковы превратности истории, они постоянно повторяются. Он не первый, не последний, кто не сумел совладать собственными желаниями и силами, сохранив разум ясным. Как много еще глупцов пойдет по этому пути, повторяя ошибки Шивы-предателя. Катарина – страна людей, известных своей доблестью. Подобно асторским рыцарям, выходцы из Катарины считались умелыми воинами, компенсируя некоторые военные недостатки своим боевым духом. Помимо доблести, еще одной отличительной чертой катаринских рыцарей были необычные доспехи, отдаленно напоминающие луковицу. Из-за подобной формы некоторые в шутку называли их луковыми рыцарями. Однако вряд ли кто-то всерьез решился бы оскорбить выходцы из Катарины. Их нелепый с виду доспех на практике крайне эффективно защищал владельца, почти не сковывая его мастерских движений. Когда возникло проклятие нежити, в Катарине, как и везде, начались беспорядки. Постепенно государство не выдержало их напора и было разрушено, но еще до этого многие рыцари, отмеченные знаком тьмы, начали покидать дом, чтобы избавить его от напасти в своем лице. Сигмайер был одним из таких рыцарей, проклятая нежить, участь которой – стать полым. Чтобы отсрочить этот страшный момент, у человека должна быть цель, мотивация жить и действовать. И у Сигмайера была такая цель, в дорогу его позвали приключения, которые он так любил. Он покинул свою жену и дочь, направившись в земли Лордрана. Его не интересовало посещение конкретных мест или нахождение определенных артефактов. Ему было все равно, куда идти и зачем, главное идти и не терять себя. Однако далеко не все преграды были легко преодолимы для этого храброго рыцаря. Часто размышляя об их преодолении, он засыпал. Возможно, виной этому был еще и возраст, трудно сказать. Однако, несмотря ни на что, Сигмайер уверенно шел к цели. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, still closed. Неизвестно, по какой именно причине он покинул семью. Возможно, он не хотел отравлять им жизнь своим присутствием, ведь ни жена, ни дочь не были нежитью. Как бы то ни было, в один момент его жена умерла. Желая передать ее предсмертные слова, его дочь Сиглинда отправилась в Лордран на поиски отца. Будучи умелым воином, подобно Сигмайеру, она не боялась трудностей, однако слуги Сита оказались сильнее нее. Сиглинда была пленена в кристального голема, который должен был доставить ее в архивы. Однако еще на подходах к архивам она была освобождена кем-то из пола нежити, исследовавшей эти места. It was you who rescued me. Why, thank you. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. Oh, have you seen my father? Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Вернувшись в Храм Огня, она продолжила поиски отца, и в этот раз они увенчались успехом, став в то же время одной из причин печального конца этой истории. Oh, hello, friend. My daughter risked life and limb just to find me, to deliver her mother's last words. And the poor girl's not even undead. Heavens, I never asked her to do that. По счастливой случайности, Сигмайер из Катарины постоянно встречал на своем пути избранную нежить, того, кто шел по пути пророчества. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Oh, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Вместе им было по силам преодолеть любое препятствие. Ловушки крепости Сена, стражу Анор-Лондо, тюрьму архивов герцога, тьму глубин, опасности ядовитых болот. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. This knight of Katarina thanks you sincerely. Please take this as a token of my gratitude. Они стали хорошими друзьями, и каждый раз избранный Полый бросался на защиту Сигмайера, вытаскивая его из передряг. И это ввело последнего в смятение.
Нежить должна иметь цель, чтобы оставаться человеком. Избранный, желая помочь Сигмайру, лишь понемногу отнимал у него эту цель. Он забирал возможность проявить себя, спасти положение, забирал мотив действовать. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. But be warned, gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Можно лишь гадать, какие слова передала ему дочь, что сказала ему жена перед смертью. Возможно, она сумела убедить Сигмайра, что, несмотря на его состояние, он никогда не был обузой для них. Так или иначе, теперь его жена упокоилась в мире. Это то, от чего сам Сигмайр был лишен. И кроме того, он встретился с дочерью. Вероятно, это принесло в его душу некий внутренний покой. Он понимал, что опустошение уже близко, и готов был встретить его лицом к лицу. На руинах древнего Изолита он решил помочь своему другу, понимая, что этот самоубийственный акт станет для него последним. И в то же время он без страха бросился в бой на едоков хаоса, как и подобает храброму катаринскому рыцарю. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat. You know, I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends, and you can slip away in the confusion. Please, friend, I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. And now, I go. Don't be slow. Ah! Come on! Over here, you fiends! I am Sigmaya of Katarina, and you shall feel my wrath! Но и здесь его надежды не оправдались. Избранный спас положение и помог ему победить хаотических тварей. Сигмайр выжил. Вместо него умерла его последняя надежда на достойный уход. But you, didn't you get away? Well, you've saved me once again. I think I'll have a rest. Oh, don't you worry. The ground below me is my pillow. My father, he went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no. Sort of reassuring, really. If he goes hollow, I'll just have to kill him again. Утратив последнюю мотивацию жить, он отправился к полому дереву и спустился к озеру Золы. Там, среди песка и древних деревьев, он потерял остатки человечности, окончательно превратившись в полого. Еще пока он был жив, его дочь Сигелинда пообещала ему, что когда неизбежное случится, она убьет его и дарует ему покой. Здесь, на озере Золы, она встретила своего опустошенного отца и победила его. My father, all hollow now, has been subdued. He will cause no more trouble. It's finally over. I will return to Katarina. Печальный конец храброго рыцаря. Конец, неминуемо ждущий любого в этом мире. Таковы его законы. Oh, father. Dear father. Анор Лондо по праву считался в свое время самым грандиозным городом мира. Многие хотели попасть туда, чтобы узреть его величие. Однако подобная честь была дарована не каждому. Хотя в Анор-Лондо и жило немало людей, все же он не был безграничен. Кроме того, всегда были те, кто желал зла его жителям. Обычное явление любого мира. Чтобы оградить себя от возможных напастей, перед входом в город была построена огромная крепость Сена, снабженная тысячами ловушек и опасных стражей змеи-людей. Но ничто из этого даже близко не шло в сравнении с хранителем крепости, огромным железным големом, охранявшим проход в Анор-Лондо. Этот легендарный конструкт погубил тысячи жизней. Одна только мысль о столкновении с этим исполином заставляла идущих в Анор-Лондо задуматься о целесообразности своего путешествия. Не исключено, что во многом именно на страхе перед големом держалась оборона как крепости Сена, так и Анор-Лондо. Впрочем, время от времени находились люди, пожелавшие бросить ему вызов. История не запомнила их имен и деяний, кроме одного из них – Железного Таркуса, рыцаря Береника. Ведь именно он стал тем, кто победил голема. Рыцари Береника являются самыми выносливыми во всем мире. Возможно, они не смогут сравниться в боевых искусствах с асторскими воинами, однако только им по силам носить тяжеленные доспехи, выкованные из сплава черного железа.
Рыцари Береника в этих доспехах сами были похожи на големов. Пробить такой слой брони, не попав при этом под удар, было крайне непросто. Однако самым выносливым из всех был Таркус. Он носил особые даже для королевства Береника доспехи, выкованные из чистого черного железа, настолько тяжелые, что никто другой не сумел бы их носить. За невероятную выносливость и уникальный доспех он был прозван Железным Таркусом, войдя в легенды. Когда проклятие нежити уничтожило королевство Балдер и Береник, их рыцари разбрелись по миру. Большинство направились в земли Лордрана, полагая, что именно там стоит искать ответы на вопросы о проклятии. Однако всех их ждал один и тот же исход. Не в силах преодолеть ловушки крепости Сен и победить голема, рыцари пали, став полыми стражами этого и без того опасного места. Все, кроме Таркуса. Великий вой преодолел все ловушки и храбро вышел на бой с не менее великим стражем города богов. Железный Таркус против железного голема. И в этом вихре железа Таркус одержал победу, повергнув божественный конструкт. Для него путь в город богов был открыт. Неизвестно, был ли уже к тому времени завален главный проход. Если был, то в таком случае демоны летучие мыши сумели перенести Таркуса в город, несмотря на огромный вес его доспехов. Вполне возможно, что Сид желал прихода избранной нежити в Аннор-Лондо не меньше, чем Гвиндолин. И оба они вполне могли счесть Таркуса за того самого избранного героя. Неизвестно, желал ли Таркус становиться им. Вероятно, он руководствовался какими-то иными целями. А может быть, он и правда проделал долгий путь к колоколам пробуждения. Так или иначе, здесь, в Аннор-Лондо, его странствиям пришел конец. Город давно перекрыт. Чтобы добраться до Центрального Собора, необходимо было проявить ловкость, то, чего так недоставало закованному в груду железа рыцарю. Пробравшись через окно в собор с картиной Ариамиса, он столкнулся со стражами нарисованного мира. В обычных условиях они не представляли для него никакой опасности, но здесь, на узких балках, против них у Таркуса не было ни шанса. Он оступился и, не удержав равновесия, рухнул вниз. Тело погибшего рыцаря стражи оттащили в угол, предав его забвению. Могучий воин, одолевший легендарного голема, по злой иронии погиб из-за какого-то нелепого случая. Еще до своего похода в Аннор-Лондо Железный Таркус прослыл великим героем. И все же его самый величайший подвиг, победа над Железным Големом, остался никому неизвестен, потерявшись в веках. Однако, несмотря на это, легенда о невероятно могучем рыцаре, равном по силе самим богам, сохранились в памяти людей. Из цикла в цикл они будут проявлять себя, вдохновляя все новых и не менее сильных и выносливых героев и злодеев на великие дела. Спустя многие века в заледеневший город Элюм-Лойс придет рыцарь, облаченный в доспех из черного железа, и бросит вызов его стражам, а затем вернется домой с кольцами, которые забрал в виде награды, отрезав их вместе с пальцами защитников. Жизнь не без чувства юмора. Образ Железного Таркуса переживет мир, и даже на закате Эры Огня, посреди пепла и руин, можно будет встретить силуэт древнего Железного Рыцаря. На закате Эры Огня Лордран стал местом, привлекшим к себе множество странников с разными целями. Кто-то искал избавление от проклятия, кто-то жаждал путешествий, кто-то желал отыскать забытые артефакты, а кто-то вести торговлю и обмениваться диковинными предметами. Эти люди разошлись по всей округе, но чаще всего их можно было встретить в Храме Огня, месте, где сходится множество путей. Умирая, Оскар из Астора рассказал о колоколе пробуждения, но он не знал, а возможно просто забыл упомянуть о том, что таких колоколов два. Об этом прибывший в Лордран нежити поведал удрученный рыцарь. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Чтобы не потерять человечность, нежить должна иметь цель, то, к чему можно стремиться. Но есть и те, кто устал от жизни, устал от этого порочного состояния. Те, кого поглотило уныние. Разве в ожидании неминуемого опустошения больше смысла, чем в пусть даже обреченных на неудачу попытках что-то изменить? Некоторые считают, что да. И этот рыцарь один из таких людей. Забыв даже собственное имя, он смиренно ждет в Храме Огня, когда проклятие наконец возьмет свое. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Well, what are you going to do? You never give up, do you? I don't know how you do it. I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen.
Герой приходит и уходит, он же хочет лишь покоя. Он не желает участвовать в интригах пророчества, не желает искать могущественные души и лишь отстраненно наблюдает за происходящим. Однако, будучи хорошо осведомленным о делах в разрушенном королевстве, он всегда рад помочь советам тем, кто в нем нуждается. Ой, hold on. Don't tell me. Have you been cursed? Oh, woe is the undead who's cursed on top of it all. Harsh times. Harsh times indeed. No, I'm sorry. Here, let me share a nice tip. Long ago, I was told of a remedition who resides in New Londo. Does he really exist? Well, go and find out for yourself. But don't blame me if he's just an apparition. Его время придет, когда прозвонят колокола пробуждения. На вершине некогда великого, а ныне утонувшего в бездне города, он расстанется с жизнью, став лишь оболочкой былого себя. В конце концов, именно этого он и ждал, и вряд ли сильно жалел, когда дождался. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Он не первый и не последний, кто устал от такой жизни. В крепости Сена на самом верхнем этаже можно встретить еще одного удрученного рыцаря. Это выходец из Береника и, возможно, единственный из них, кроме разве что Железного Таркуса, кто еще не пал или не утратил человечность. Однако он также чувствует, что его конец приближается и не стремится бороться с неизбежным. Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead, eh? I took on Sen's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling, for I was the same. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see? End of story. You bloody fool. Don't even consider visiting An Orlando. Not in your state. For a century they've tried and failed. The Night King Rendell, Black Iron Tarkus, and even Logan himself. He won't stand a chance. You'll be eaten alive. But go along if you wish. If only to deepen your despair. Сбитый с толку поражениями легендарных личностей, таких как Таркус и Логан, он усомнился в пророчестве об избранном и оставил попытки стать им. Вместо этого он решил открыть подобие лавки в этом богами забытом месте, продавая экипировку, снятую с найденных в крепости многочисленных тел. Where do I get all my things? I'm stripped off the corpses of fools like yourself. It isn't easy. I have to catch them just before they go hollow. Don't worry. I'll be there to claim your trinkets, gazing at your final twisted grimace. Think. Remember. Counts. Counts. One, two, three, four, five, six, seven. Его память понемногу угасает. Собственное имя он уже не помнит. Он не желает покидать крепость и смиренно ждет неминуемого опустошения. Несмотря на угасающее состояние мира и опасность окружения, торговля стала привлекательным занятием для многих людей. Даже переполненный опустошенными город нежити не стал преградой для дельцов. Время от времени в самых неожиданных местах можно встретить полых, еще не до конца утративших остатки своей темной души. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. You need to look over my wares. Here, I'm not here to chit-chat. We talk business, or we talk nothing at all. По слухам, даже в канализации можно найти старую торговку, продающую свой скарб приключенцам, решившим встать на путь избранной нежити. Oh, there you are, dearie. A pleasure to see you again. I have moss. Now dish up some souls. I need your souls. Мотивация для полых — это главное, то, что продлевает их существование. И торговля, если задуматься, в этом плане ничем не хуже странствий или сражений. Правда, даже она не убережет человека от безумия и опустошения в итоге. Возможно, самым видным из известных торговцев можно назвать Домнала из Зены. Никто уже не помнит, что такое Зена. Вероятно, даже сам Домнал не помнит этого. Судя по всему, Зена — одна из дальних стран Востока, павших под натиском проклятия нежити.
На это указывают необычные одежды и артефакты Дамнала. Вероятно, он держал путь через глубины, но застрял там. Однако был спасен дружелюбной нежитью, после чего вернулся в Храм Огня и расположился подле него, продавая свои диковинные товары всем желающим. Hey, Shemai, and good day to you. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Эти товары поистине грандиозны. Вкупе с глубокими познаниями, которыми он делится с другими, можно только догадываться, кем является Дамнал на самом деле. Well, I'm certain we will make a good trade eventually, so I am willing to share some tips. If you see kindling in the catacombs, use divine weapons. That will repel the reassembling skeletons. The cursed ghosts of New Londo are formidable foes. To face them, you will require special arms or a cursed body. Rumor it may be, but I have heard of a surviving ancient dragon who resides in this land. A coterie of undead serves the dragon, as they train to become dragons themselves. Sounds unlikely, but you never know, do you? Ходят слухи, что источником этих знаний стал великий архив Сита, в котором он когда-то побывал. Однако сам он никогда не подтверждал и не опровергал эти слухи. Они его не интересовали, его интересовала только торговля. Так он коротал свои дни в ожидании заката Эры Огня. Помимо множества торговцев, по землям Лордерна также разошлись немало людей с иными жизненными целями. Далеко не все из них желали добра своему ближнему. В конце концов, Орден Темных Духов, Гончих Кааса, процветал. Одними из множества таких темных духов стали, например, Милдред и Кирк. Однако оба они преследовали свои собственные цели, отличные от целей Кааса. И если Кирк был ведом милосердием и любовью, то Милдред, напротив, подчинилась своей жажде крови. Единожды пристрастившись ко вкусу человеческой плоти, она уже не сумела оставить это в прошлом. Нападая на путников, она не только забирала их человечность, но и пожирала их. Возможно, именно она погубила странствующего пироманта Лаврентия, искавшего в этих краях Квилану, мать пиромантии. Однако, возможно, ее тайной мечтой было желание пробраться в забытый Залит, вход в который охраняла Квилек. Поэтому, даже несмотря на свой кровавый крестовый поход, она всегда готова была помочь любому, кто пожелал прикончить одну из сестер Хаоса. Трудно сказать, каковы были ее мотивы. Вполне возможно, что она хотела раскрыть тайну Кирка, узнать, ради кого он идет на такие жертвы. Правду мы уже никогда не узнаем. По всем королевствам мира разошлись адепты черноволосой богини, несущие ее слово всем, кто погряз во грехе. А по мнению последователей Велки, во грехе погрязли все, от простолюдинов до богов. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pardoner. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Be it granting absolution or doling penance, all sin is my domain. Thou appearest to lack faith, yet magnanimous are the gods. Освальд прибыл в Лордерн из самого Карима, где процветает их культ, и обосновался в колокольной башне уезда нежити. Желая освободить местную нежить от такого греха, он начал продавать индульгенции. Таков путь Велки. Покайся, отплатив самым дорогим, что у тебя есть, либо прими кару. И, зная о силе адептов богини греха, многие предпочитают первое, и Освальду это, безусловно, лишь на руку. Пусть злодей хорошенько подумает, прежде чем переходить черту. Thou was weak in spirit, broken by the weight of thy sin. Thou hast made thyself clear. It is only human to commit a sin. Thou art welcome anytime. Однако не только злодеи промышляли в этих землях. Были и те, кем не руководила жажда убивать и разрушать. Можно сказать, что почти все волшебники обучались в школе драконов Винхейма, но были и те, кто избрал иной путь. Ведьма Беатрис обучалась чарам в своих странствиях. Не в последнюю очередь своей мощью она обязана посоху, побывавшему в руках многих поколений старых волшебников и пропитанному древней магией. Вероятно, она считала, что прежде чем обучаться в школе драконов, ей необходимо было заслужить это, совершив подвиг. Таким подвигом для нее стал вызов, брошенный ею в самой бездне. Миновав сад темных корней, она проникла в кишащие призраками руины Нового Лонда, чтобы одолеть четырех королей. Но, к сожалению, ей не хватило для этого сил. Вероятно, она даже не добралась до бездны, в которой они обитали. Вместо этого она, получив серьезную рану, отступила в долину драконов, где и встретила свою смерть, не успев рассказать о своем отчаянном подвиге никому. Гибель героя всегда печальный конец, и все же смерть, обретение вечного покоя в эти времена, привилегия, о которой нежить может только мечтать. Множество героев и злодеев пополнили историю своими деяниями в землях Лордерна. Каждый из них был движим чем-то – храбростью и трусостью, самопожертвованием и жаждой крови, поиском знаний и взаимопомощью.
но в конце пути их всегда ждало забвение. Что бы они ни делали, на что бы ни надеялись, пламя гаснет, и тьма приближается. Таковы правила этого изломанного мира.